Угроза схода снега и наледи. Слобожане жалуются в соцсетях на собственников зданий. Ходить под такими нависающими снежными шапками по-настоящему опасно. Правила благоустройства устанавливают максимальную толщину снега на кровле 30 сантиметров. Администрация города заявляет о том, что с начала зимнего периода выдано уже более 500 предписаний собственникам, арендаторам зданий и управляющим компаниям. Тем не менее, ситуация к лучшему не меняется. И жителям района подобная проблема знакома. Февральская проверка, которую провели сотрудники Слободской межрайонной прокуратуры, выявила нарушение в одном из детских садов. При визуальном осмотре кровли зданий этого образовательного учреждения были установлены наличие значительного количества снежных масс и свисающих сосулек. Указанный факт мог привести к травмированию несовершеннолетних воспитанников образовательного учреждения. При этом на территории садика были установлены также нарушения в части того, что зона опасного схода снега и падения сосулек с кровельного покрытия здания не была ограждена каким-либо элементами, оповещающими об опасности их падения. В адрес руководителя детского сада было внесено представление. Ответственные привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в рамках проверки были установлены иные нарушения в части образовательных организаций. В данных образовательных учреждениях, а также в дошкольных учреждениях были внесены 15 представлений, которые также в настоящее время рассмотрены и удовлетворены. Лица, которые нарушили свои должностные обязанности, были привлечены к дисциплинарной ответственности.